Ну что ж, доброго времени суток, дорогие зрители канала «Ногомяч». Это второй сезон рубрики «Футбольный интеллект», третий полуфинал. И сегодня у нас в гостях блогеры, бизнесмены, известные личности, а вместе они команда SD Family. Мы семья! И как вы заметили, у нас активировались наши стоечки, мы растем, выходим на новый уровень, за что хочется отдельную благодарность сказать шоу Today, это ребята, которые предоставили нам локацию. И сегодня у нас в гостях Ансаган, стендапер, юморист, футболист и один из самых завидных холостяков в Казахстане. Поаплодируем Ансагану. Снэпер смысл. Ну, прикладите. Прыгнет за айсоп, я их шин кайтсфолт. Именно вот так вот стендап развивается у нас в Казахстане. Также у нас в гостях сегодня бизнесмен, хороший человек, в прошлом даже рэпер. Мы тут мемную вставочку вот здесь делаем. Да, я не хотел. Есть клип, да. Братан, не уезжай. Братан, а ты ж по-братски. Не, ладно, дай да представлю. Вот, в прошлом рэпер, а сейчас руководитель команды SD Family и бывший профессиональный футболист Дидар Садыкбек. Поаплодируем. Спасибо. Давай, брестрочки. Жом, брестрочки мысли? Брешмар. Их жом хотя бы. Все эти мысли, они ведь не просто так. Прилепи тебя, сердце бьется в такт. Вот, судя по речитативу Дидара, вы все поняли примерно, какого он года. Также у нас сегодня в гостях опытный КВНщик, юморист, блогер, лайфстайл-инфлюенсер, актер и Сентай не озвает. Так вот, победитель сегодняшней тройки, мало того, что выигрывает денежный приз в размере 77 тысяч тенге, помимо этого, победитель проходит в финал. Где... За деньги. За деньги, да. За деньги, да. Реально 70 тенге бересің ба? Реально. Конвертпен прям на камеру вручу. Я в шоке. Где? Покажи, чтобы я сейчас... Турбу и нам потом... Хорошо, у нас участников... Не-не, давайте, секундочку, я возьму эти деньги. Никакого обмана, вот конверт, вот 77 тысяч. Блин, капец. Нет, это уже если ты выиграешь. Не-не-не, да. Хотя посчитаю, брат. Брат, это просто... плохая энергетика, не давай ему. Не-не-не, брат, я чисто посчитаю его. Давай. Ты крыш? Брил, икил. Иш, тверд, бис, алты. Ебат. Ну ладно, натуре. Что за солидная организация, а? Ну что ж, первый тур, блиц-опрос, участники готовы, правила простые. Кто первый нажал, соответственно, тот первый отвечает. Кто нажал второй и так далее. Паш, не готов, не готов. Итак, переходим к первому. Сейчас я не готов, чуть подожди. Давайте подождем, если ты. Готов, все. Готов? Итак, первый вопрос. Первый обладатель премии имени Льва Яшина. И Сентай у нас был первым. Карим Бензема. Бензема. Ага. Ясентай, сразу встречный вопрос. Ты знаешь, мне кто вообще такой Лев Яшин? Да, знаю. Лев Яшин единственный вартак, который получил золотой мяч. Да, и по твоему мнению, что премия Льва Яшина, ее выиграл Бензема. Кто? Смело, брат. И, к сожалению, это неправильный ответ. Дидар у нас был вторым. Асл, это точно вратарь? И в каком году, можешь просто подсказать? Нет. В каком году это было? Ну, я тебе дам подсказку, это относительно в недавнее время появилось это время. Я нажал. Я думаю, что если это недавно появилось, типа, какой год? Ну, будем говорить, последние 5 лет это премия появилось. Последние 5 лет, тогда это, наверное, Буфон. Буфон? И это... Ника Кассилис! Нет, Буфон – это неправильный ответ, к сожалению. Собака. У нас следующий был Ансаган. Мануэль Нойер. Мануэль Нойер. И это тоже неправильный ответ. И Сентай у нас следующий, Дидар затем. Буфон Кассилис. Неправильный ответ. Если это было где-то 5 лет назад, тогда, наверное, этот голландец. Как его зовут? В Манчестере играл. Блин, скажите, подскажите. Он нажал, Ван дер Сар. Ван дер Сар, неправильно. Я нажал. Короче, это... Куртуа.
Куртуа, и это неправильный ответ. Прежде чем мы перейдем к следующему кругу, да, сейчас уже все ответили. Вот относительно недавняя премия, я понял логику Дидара, что это за заслугу какую-то дается. Давайте поговорим об этой премии. Она дается лучшему вратарю за один сезон. Вот, чтобы вы для себя понимали. Ё-моё. Итак, Исентай у нас был первый снова. Смотри, я вообще, я тут бабки на кону, знаете что ли, почему? Я твой ответ. Его убрали. А? Твой ответ? Айцан. Не, подожди, я это... Кинокрут, блин! Там вот так... Ёбай, ладно, ладно. Сережа, ко мне Куртуа дадимся, а? Неправильно дадим, да? Куртуа неправильно. Так. Хочется вспомнить вот эту цитату из ВКонтакте, да? Даже если весь мир будет против него, я буду сидеть аккуратно читать в гугле и подсказывать. Да, 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 да. Братан, этот, вот, он сейчас играет, да? Да. В каком команде играет, брат? Нет, да. Просто ответ говори, Синдай, долго уже. А, да хе. Неправильный ответ. Я там или кто? Второй, кто? Нажимайте, вы еще оба не нажали. Все, Ансаран нажал. Твой ответ? Это Алисон. Алисон Беккер, да. Это правильный ответ. И Ансаран зарабатывает все. Я только 18 минут. Да, да. 18 минут. Ну что ж, мы на первом вопросе довольно-таки долго застряли. Да, удивительно. Да. Кажется, можно мы долго с ним. Итак, переходим ко второму вопросу. Лучший бомбардир в истории сборной Колумбии. Колумбии? Ё-моё. Ансаран у нас был первый. Фалькао. Радамель Фалькао, и это правильный ответ. Блин. Два балла зарабатывает у нас Ансаран. Хорош, тигр. Самый дорогой защитник за всю историю. Я нажал. Ты первый нажал? Да. Твой ответ? Это... Не знаю, я... Фарфан? Фарфан? Как это? Не Фарфан, это... Ну, в любом случае, ты уже назвал, и это неправильный ответ. Вторым у нас был Дидар. Канцелу. Жоао Канцело, твой ответ. И это неправильный ответ, к сожалению. И Синтай? Не подсказывай, не подсказывай. Он сейчас играет, да? Не исключено. Самый дорогой защитник в истории футбола, я думаю, что это Ван Дейк. Это неправильно. Это прежде чем вы сейчас дадите второй вариант, Ансаран был первый, Дидар второй, как я вижу. Подсказку дам. Давай. После первого круга. Давай. Это как минимум, это легендарный защитник. Фафана. Самый дорогой защитник за всю историю футбола. Фафана. Фафана, неправильно. Не, этот... Дидар у нас был следующим в очереди. Итальянский защитник. Я не могу это сказать. Это трансфер или... Покупка, да. Да, транс. Покупка? Да, да, да. Не контракт, не зарплата. Я понял. Если покупка, то... А есть что, аренда, типа, или нет, что-то? Нет, подождите. Как часто вы пользуетесь социальными сетями, пацаны? Я практически всегда. Ансаран, часто пользуешься? Исентай. Самый дорогой защитник за всю историю футбола. Че, ладно, грубую подсказку даю, приготовьтесь нажимать, кто первый нажмет. Этот игрок перешел с таким трансфером в Манчестер Юнайтед. Первый Исентай, второй Ансаран. Так, Манчестер, я все понял. Итак, Исентай, твой ответ? Погба. Погба, неправильно. Он, и несмотря на то, что Погба это полузащитник. Ансаран, ты был второй, твой ответ? Я знаю. Это Мартинес. Мартинес, тоже неправильный ответ. Варан. Варан, отвечает Дидар, и это тоже неправильный ответ. Ема! Харри Магуайр. И Исентай, не нажалась кнопка. И это правильный ответ, Харри Магуайр. Капец. Серьезно? Да. Четвертый вопрос. Готовы? Касательно Мундиаля. Как назывался официальный мяч чемпионата мира в Бразилии? Бразука. У нас первый был Дидар и правильный ответ – бразука. И первый это балл у нас зарабатывает себе Дидар. 75 или 77 тысяч тенге мои. Едем дальше. Готовы? Да. Ага. Где будет проходить финал Лиги чемпионов 2022-23? Первый у нас был Ансаран. Стамбул. Второй у нас был Гида. Стамбул, а название стадиона? А это надо? Ну, желательно. Бешикташ? Нет, не Бешикташ. Галатасарай. Нет, Галатасарай. Не, ну ладно, я думаю, вот коллеги нашей команды за Стамбул засчитываем правильный ответ, а стадион называется Олимпийский стадион Ататюрка. Извините. Кешендер. В принципе, то, что Стамбул, я думаю, да, давай, давай, дальше. Едем дальше. Единственный французский клуб, выигравший Лигу чемпионов.
Первый был Дидар, и твой ответ? Марсель. Марсель, это правильно. Все, у нас вот... 77 тысяч мои будут. Опыт и возраст Диды играют в пользу этого парня. Едем дальше. Какого судью любители футбола называют Фантомасом? Первый был Дидар, и твой ответ? Который сейчас председатель... Как его зовут? Блин, забыл. Дам тебе подсказку, я знаю, что ты знаешь. Да, знаю, машина такая есть еще. Hyundai Accent. Нет, это не Hyundai Accent. Hyundai Accent, говорит. Может быть, я ошибаюсь, наши дорогие зрители, если вы знаете судью по имени Hyundai Accent, поправьте меня. Он же легендарный брат судья, да? Да. Прям, да, я знаю. Он прям строгий. Какого судью любители футбола называют Фантомас? Дидар, твой ответ? Мой ответ... Дэвид Бекхэм делаешь. Все, Дидар не вспомнил. Ансаран, твой ответ? Пежо. Исентай, твой ответ? Мерседес. Не в том русле, вы думаете? Да, я знаю. Брат, машина. Да. Ну, только знаешь, вот типа, Hyundai акцент, то акцент, а не Hyundai, понимаешь? Бенц. Бенц, да? Карим? Нет. Нет, сейчас, сейчас. Ваген. Давайте, короче, на скорость играем. Давай. Сейчас. Я говорю первые четыре буквы его имени, а не сейчас, фамилии. Сейчас, понял. Пьер. Да что я не знаю. Перера. Хорошо, я называю его имя, кто первый нажимает и угадывает его фамилию, тут уже край подсказки. Да. Его зовут Пьер Луиджи. Пьер Луиджи. Твой ответ? Пьер Луиджи. Нет. Пьер Луиджи Калино. Калино. Пьер Луиджи Калино. Дидар зарабатывает свой балл. Едем дальше. Сколько голов забил Карим Бензема в прошлом сезоне Лиги Чемпионов? Адидар у нас был первый, следом. Айстеблка. 15. И это правильный ответ, болельщик Реала. Настоящее имя этого футболиста – Живанилду Вьейра де Соуза. Анса у нас был первый. Живанилду? Живанилду Вьейра де Соуза. Место. Неправильный ответ. Роналду. Следующий у нас был Роналду. Дидар. Роналду, зубастик Роналду. Да. Это неправильный ответ. Сабалак. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду. Неправильно. Месси. Итак, еще раз задаю вопрос, опять на скорость. Настоящее имя этого футболиста — Живанилду Вьейра де Соуза. Или де Суоза, может быть, в бразильском. Опа! Контекст. Рональдиньо. Ладно, хорошо, это неправильный ответ. Ансан. Он тоже хотел это сказать. Это Кака. Тоже неправильный ответ. Рабиньо. Рабиньо, неправильный ответ. Казимиро, брат. Казимиро тоже неправильно. Винисиус, брат. Мимасно. Я понял. Хави же это. Нет. Пеле. Нет. Смотрите. Настоящее имя этого футболиста — Живанилду Вьейра де Соуза. И то есть у него есть какое-то имя, псевдоним другое, mm-hmm. правильно, сокращенное, mm-hmm. которое известно всем зрителям. И вот это вот имя, это имя одного из героев Марвел. И Сентай был первый. Дидар был второй. Марвел, да? И Сентай, тебе даю 5 секунд. Раз. Подожди. Халк. Это правильный ответ, если дай зарабатывать. Не, логично, человек, муравей, Демис, вот человек. Там вообще просто один халк, только и все, подходит. Тони Старк, Оля. Тони Старк, Оля. Я хотел сказать, халк просто мою руку убрал. Кто из футболистов носит прозвище Император Рима? У нас первый был Ансаран, и Тотти — это правильный ответ. Ансаран заработает балл. Все, переходим к следующему вопросу. Обладатель золотой бутсы 2021 года. Первый у нас был... Я? Давайте еще раз проверим. Обладатель золотой бутсы 2021 года. И Сентай был первый у нас, второй был Ансаран. 21 год, да? Итак, И Сентай, твой ответ. Считай до трех. Раз, два, три. Твой ответ? Модрич. Неправильный ответ. Ансаран был вторым. Ансаран, твой ответ? Бензема. Неправильно отвечает у нас Ансаран. И ответ... Месси — тоже неправильный ответ. Все. Ансаран первый нажал, дальше и Сентай. Роберт Левандовский. И это правильный ответ. И а золотой бутсы, я золотого мяча, блядь, думаю, ёб твою мать. Я тоже, ё-моё. Нет, 21-м никто не взял. Я про это и говорю, что типа после этого же этот же Месси взял. Переходим к следующему вопросу. Последний игрок, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира в одном году. Первый был Есентай, второй Дида, третий у нас, видимо, Ансаран уже.
Исентай, последний игрок, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира в одном году. Марадона. Марадона, и это неправильный ответ. Следующий у нас Дидар. Чемпионат мира выиграл? Лигу чемпионов в один год. Да, это получается у нас немец. Я не могу сказать. Это у нас Нойер. Нойер, и это неправильный ответ. Это Рафаэль Варан. И Ансаган дает правильный ответ и зарабатывает. Хорошо. Варан-то, все. 18 года, да? Этот игрок в разные годы признавался лучшим ассистентом АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, ЛЧ, чемпионата Европы, чемпионата мира. Дидар у нас был первый. И твой блин, ответ. Меня вот немного вот это сбило в конце. Чемпионата мира тоже. Ну, наверное, это Джерард. Джерард. И это, к сожалению, неправильный ответ. Следующий у нас был Ансаган. Это Мистузи. И это правильный ответ. Ансаган зарабатывает балл. Хорош. Хорош, хорош. Едем дальше. Зидан в свое время назвал этого футболиста жемчужиной французского футбола. Про кого же говорил Зинедин Зидан? У нас Исентай был первый, Гидал был второй и Ансаган третий. Кого же считает, или считал Зидан жемчужиной французского футбола? Гризман. Гризман. Это твой ответ, и он неправильный. Погба. Дидар говорит Погба, это тоже неправильный ответ. Ансаган. Это МВП? Тоже неправильный ответ. Давайте подсказку дам. Вот, вспомните год, когда Зидан завершал карьеру. Угу. То есть я вам дам подсказку, что он с ним вместе играл. Ладно. И он когда уходил, он говорит, вот жемчужина французского футбола, вот он. Ансаган был первый, Дидар второй. Анри. Анри твой ответ. Да. Неправильно. Дидар. Блин, я тоже думал, что Анри, но давай, если он уходил, он играл, то, наверное, пускай будет. Итак, Дидар, считай до трех. Раз, два, три. Твой ответ. Рибери, пускай. И это правильный ответ, это Франк Рибери. Еман, хорош. Погнали дальше. Дидар зарабатывает свой балл. Какой клуб тренирует Уэйн Руни? Первый у нас был Дидар. Дерби Каунти. И это неправильно. Исентай, Ансаган, есть варианты? Если нету, я могу дать подсказку всем троим. Давай, да. Сонси? Нет, неправильно. Итак, даю подсказку, да? Не, брат, подожди, типа, сейчас пусть подсказки. Я же нажимаю, да? Да, подсказки. Нет, ты можешь до подсказки только ответить сейчас, если хочешь. Селтик. Селтик, неправильно. Итак, даю подсказку. Уэйн Руни тренирует сейчас определенный клуб. И этот клуб играет в МЛС, то есть в Америке. И Сентай был первый, второй Ансаган. Галакси. Неправильно. Здесь. Танди Юнайтед. Неправильно. Хорошо, есть вероятность, что вы даже не знаете название этого клуба. Но я вам дам подсказку опять же. Орландо что-то... Недавно, когда был вопрос про Халка, там была определенная компания, которую я называл, да? В подсказке. Вот, есть противоположная компания этой Хонда. Компании. В вопросе про Халка. Вопрос про Халка. А не про судью Калин. Халк вопрос. Самый типа крутой футболист. Ну вот почему ты вспомнил про Халка? Когда я про что сказал? Можно? Да. Вот. Не нравится основной. DC. Вот что DC? DC студия. А вот какой клуб? Вот какой клуб может быть названием DC? Можно? DC? Тогда я даю свое отчет Ансагану. DC United. Я Данди United сказал. Да. Это DC United. И это правильный он ответ. Он сам играл там. Только как мы и Сентаю засчитаем? Не-не-не, брат, Алавер разной. Полный бан на Алавер. Я думаю, DC сказал и Сентай справедливо. Нет, да, балл. Полный великовой. Да, все, и Сентай зарабатывает свой брат. Балл. Какой клуб играет на стадионе имени Хобланде Батера? Первый у нас Ансаган был, второй был Дидар, третий был и Сентай. Я знаю. Итак, Ансаган, твой ответ? Это Ахтубе. Ахтубе? Дидар, правду ли говорит Ансаган, учитывая, что ты играл на этом стадионе? Поставь Ахтубе. Это правильный ответ. Юлоби! Не надо. Дидар, Ангал, ой. Все, едем дальше. Ансаган зарабатывает балл. И последний вопрос нашего первого тура. Только этот клуб не вылетал из казахстанской премьер-лиги с 1992 года. Первый у нас был Дидар, да? Потом Ансаган, потом Исентай. Шахтер.
И это правильный ответ. Хорош. Счет, Гидар зарабатывает балл. Блин, блесен Ирландо. Ну что ж, на этом первый тур Блиц-опрос окончен. Уважаемые участники, как вам соперничество, как вам борьба? Да, прикольно. Нет, что-то... Он и его это слишком. Слишком? Друзья, в идеале здесь могла быть рекламная пауза, и мы с нашей командой решили, что сегодня никакой рекламы не будет. И мы не будем рассказывать про увеличенный бонус до 260 тысяч тенге по ссылке в описании. Мы не будем говорить, что благодаря нашим друзьям из выпуска к выпуску мы делаем качественный контент. И мы не будем размещать на вот этих вот экранчиках брендированные логотипы наших друзей. Ничего этого не будет. И сегодня у нас выпуск абсолютно безрекламный. С вами Нагомяч, с вами футбольный интеллект. И как говорил наш поэт-современник Хиросима, С-С-С-С, смело продолжаем наш выпуск. По итогам первого тура 8 баллов у нас зарабатывает Ансаган, 4,1 балла у Есентая и 5,9 баллов у Дидара. Да. Едем дальше. Пока, да, нормально. Ну что ж, уважаемые участники, мы переходим ко второму туру. Второй тур называется «Силуэты футболистов». Дело в том, что на экране будут выходить определенные игровые моменты из истории футбола, и вы должны по вырезанным фрагментом определить, какой же этот футболист. Момент, да. А, футболист. Да, кто именно на картинке. Итак, готовы? А, кстати, за правильный отвеченный вопрос вы зарабатываете 3 балла. Да, кстати, в первом туре да, каждый балл был за один. Здесь за каждый правильный ответ 3 балла, поэтому есть большие шансы хоть у кого уйти в отрыв. Итак, внимание на экран и первая картинка. Есентай был первый, Дидар был второй, Ансаган, соответственно, третий. Есентай, твой ответ. Касилес. Это неправильный ответ. Дидар, кто же? Это Дехея. Дехея. И это правильный ответ. Внимание на экран. И мы переходим к следующей картинке. Внимание на экран. Первый был Есентай, второй у нас Дида, третий снова Ансаган. Есентай, твой ответ. Стерлинг. Стерлинг. И это неправильный ответ. Дидар, ты был вторым. Это Погба. Погба. Это тоже неправильный ответ. Ансаган, твоя попытка. Это Руни. Руни. Это тоже неправильный ответ, к сожалению. Это Дидар Решфорд. Во втором круге у нас первый. Решфорд. Неправильно. Ансаган. Роналду Руна. Тоже неправильно. Я это понял. Есентай, у тебя есть попытка. Венисиус. Венисиус Джуниор. И это правильный ответ. Хороший. И Есентай зарабатывает 3 балла. Как не узнал, братан? Итак, переходим к следующей картинке. Первый Ансаган. А ну, круто. Второй у нас Дидар. Челси же, да, это? Итак, Ансаган, твой ответ? Это... Ван Дейк. И это правильный ответ, и ты зарабатываешь 3 балла. Хорош. Хорош. Да, я хотел сказать это. Да. Я тоже хотел сказать. Блин, прическа, я не могу это. Да. Итак, мы переходим к следующей картинке. Кто же будет первым? Погнали. Есентай первый, Ансаган второй, Дидат был третий. Харри Кейн. И это правильный ответ, и Есентай зарабатывает 3 балла. Готовы к следующей картинке? Это погнали. Картинка на Айрам, брат. Есентай первый, Ансаган второй. Донарума. И правильный ответ у нас у Ансаган, у Есентая. Итак, следующую картинку, серьезно? Пожалуйста, в студию. Есентай был первый. Салах. Есентай зарабатывает 3 балла. И мы переходим к следующей картинке. Первый был Есентай, второй был... Роналдо. Ансаган, третий был Дидар. Роналду, неправильный ответ. Ансаган, твой ответ. Хаверц. Это неправильный ответ. Дидар. Это молодой, красивый же. Это у нас... Я тоже думал, что это Хаверц, блин, по идее. Но это... Это... Кросс. Это неправильный ответ. Ансаган, есть у тебя вариант? Маунт. Маунт. Неправильный ответ. Подожди. Ой, все. Подожди, после круга можешь да. Ответить. Сейчас он, потом я, да, получается? Неважно, еще никто из вас двоих не нажал. Если есть ответ, можешь нажать, да. Ну, Кайжел Элшикен пока... Не могу сказать, да. Ты можешь сказать? Нет. Пожалуйста, делай, знаешь. Сейчас же мой очередь, да? Не, вот кто-то из вас, кто первый нажмет.
Давай, я тебе уступаю. Я нажму. Короче, Манау Деген. Сейчас он играет, брат? Конечно. А? Конечно. Да, да. Ну, уходит, персон. Блин. Он разделся, да? Просто видишь, чисто форму, блин, да? Итак, если так, считаем до трех, твой ответ. Раз, два, три. Уже долго рассуждаешь ты. Твой ответ? Я знаю, что это игрок Ливерпуля, но не знаю, кто. Ну, назови. Это игрок из Челси. Итак, твой ответ. Неправильно. Еда, твоя очередь, тоже долго не будем тянуть. Восемь гребаных часов спустя. Пускай будет этот с Челси. Все, нет, ответ просто. Нет, просто пусть ответ будет. Челси? Да, Челси, Челси, брат. Нет, он сказал нет. Нет, назови футболиста, и в новой группе я подсказку могу дать. А, ну мне группа Амбетремовой. Да. Нет, ты первый был. Я без подсказки. Вася, Саша, это все. То есть нет ответа, да? Пускай, да, нет ответа. Нет, ответ, нет ответа. Итак, ну, можешь нажать. Это Кенсли Коман. И это неправильный ответ. Теперь я дам подсказку, и ты не участвуешь. Давай. В круге. А в общем, смотрите, вы видите на картинке, что ушастый кубок, да, это... Это Лига Чемпионов. Это Лига Чемпионов. И дам подсказку. Этот клуб из немецкой Бундеслиги. И Синтай был первый. Роберт Левандовский. Левандовский, это неправильный ответ. Это не Нойер, 100%. Нойер, походу Нойер, брат, скажи. Блин, брат, подожди. Это не Нойер, это не Левандовский. И это... Все. Ты че, ну, давай, там, уверенный, братцы. Раз. Я, мужики, буквально сейчас. Итак, Дедат, раз, два, Гнабри. Три. Гнабри, и это неправильный ответ. Это Мартинес. Мартин, неправильно. Анса, и Сентай у нас следующий. Санэ. Неправильно. Уже напрямую говорю, игрок Баварии. Все. Победитель, да, Лиги Чемпионов. Да я понял, что игрок Баварии. Молодой достаточно, молодой? Учитывая его форму. Шопомотик. Неправильно. Ансан был следующий. Нет, ты нажал же. Ких? Неправильно. Дэвис. Очередь, Диды. Дэвис. Нет. Хотел. После Синтая я, да? Он реально, этот футболист реально ассоциируется, что он атлет. Хорошо, дам подсказку. Этот футболист, вот смотрите, готовы нажимать? Этот футболист был достаточно таки не такой, как на этой фотографии. Потом пришел определенный тренер, и буквально там за сезон он таким стал, короче, все-таки респект. Я нажал. И он сам был первый. Горецкая, блядь. Горецкая, это правильный ответ. Какой там Мартинес? Горецкая. Внимание на экран. Я не знаю, кто это такой вообще. Блять, он пиздец атлет. Не, Мартинес ты улехал, она Мартинес меньше отстала. Ну, вообще там не угадал. Итак, мы переходим к следующей картинке. Готовы нажимать, погнали. Исентай был первый, Дидар был второй, Ансаран третий. Итак, Исентай, твой ответ. Вот эта тактика, что ты нажимаешь и потом думаешь, уже не будет работать. Да. Можно я отвечу? Да. Итак, я считаю до трех. Не, подожди, можно отвечу? Это... Раз. Алис. Можно? Алисон Беккер, и это неправильно. Терштеген. Терштеген, у нас Дидан нажал второй, и это правильный ответ. Внимание на экран. Это Терштеген. А что так? Итак, едем дальше. Следующая картинка. Будьте готовы нажимать. Первый у нас был Есентай. Кринжардеус. Заур господин. Есентай, твой ответ. Это же, как его, Карвахаль перезвал. Неправильно. Знаю. Говори. Ансан. Раз, два, три, четыре, пять. Мирослав. Твой ответ? Нет ответа. Мирослав Клозе. Клозе. Неправильный ответ. Нет? Подсказку даю? Давай. Сразу грубую прямолинейную, чтобы время мы тянули. На момент этой фотографии это игрок Челси. Ансан у нас первый. И Синтай второй, Дидар третий. Считаю до трех. Раз, два, три. Неправильно. И Синтай, считаю до трех. А, подожди. Раз. Сейчас едем на сердце. Два. А, он там, он такой был. Три. Нет. На момент фотографии он игрок Челси. После Дидара. Потом он перешел. Не скажу, Дидар. Куда он перешел хотя бы? Так нельзя, брат, так нельзя. Куда просто перешел? Может? Нет, я знаю, кто это. Это уже явно. А, ладно. Дидар, круг закрывай. По силуэту... Такое чувство, что это Мирослав Клозе, я на это, кстати.
Не, ну реально, блин, не знаю, честно. Нет ответа? Нет. Ансан? Это Рюдигер. Неправильно. Как это не Рюдигер? Это не Рюдигер. Рюдигер, сахал. Видишь, жағы дәу тұрып шығанды. На момент фотографии это игрок Челси. Потом куда перешел? Хорошо. Не, он уже... Это подсказка будет? Не-е-е. Что, ты хочешь без подсказки? Да. Не-е-е. Это Жоржиньо. Это правильный ответ. Хорош, Акиша мой. Лучший. Он сам отвечает правильно. Это Жоржиньо. Внимание на это. Челси Кенсан. Сумма. Мюзигер. Итак, готовы к следующей картинке? Приготовили руки. Вы не забывайте, что 3 балла за каждый правильный ответ. Можно вырваться вперед. И следующая картинка. Тоже будет первый. Есентай первый. Итак, Есентай, что это? Раз, два, три. Мбаппе. Неправильный ответ. Кто первый нажмет, тот отвечает. Дида у нас. Криштиану. Криштиану, это неправильный ответ. Это Джахнат Курголо? Да. Да. Я тебе могу с планшета показать. Да, давай. Все, Ансаган, твой ответ. Это. Раз, два, три. Маунт. Мне кажется, ты в каждом туре, да, Маунт говоришь вообще. Неправильно. Новый круг. Кто нажмет у нас кнопочку, тот, соответственно. Подскажи, пожалуйста. Да, подсказку, брат. Всем троим. Да. Мне кажется, вообще любой житель нашей страны обязан знать нашего соотечественника. Итак, первый Ансаган. Это Заюдинов. Это неправильный ответ. Сон. Второй у нас есть Сентай. Твой ответ Сон Хён Мин, и ты зарабатываешь 3 балла. Такая завуалированная подсказка. Жесткая оторвался, пацаны, да? И на этом тур силуэта футболистов у нас закончен. И можем поаплодировать нашим игрокам, пока мы подсчитываем баллы. Ну что ж, по итогам второго тура у нас лидером становится Есентай, потому что он набирает 15 баллов, 9 баллов у нас у Ансагана и 6 баллов за прошлый тур у нас у Дидара. А мы переходим к третьему туру, который называется «Где я играл?». Ну что ж, объясняю правила. Я буду называть клубы по очереди. И по этим клубам вы должны определить, о каком игроке идет речь. Баллы. За каждый правильный ответ игрок зарабатывает 5 баллов. Итак, этот игрок играл Манчестер Сити, Кардифф Сити, Нотс Каунти, Лидс Юнайтед, Лестер Сити, Ницца. Балотелли. Балотелли твой ответ. И это неправильный ответ. Есть у нас попытки у Есентая и у Ансагана. Сити? Можно еще? Сити. Кардифф Сити, Нотс Каунти, Лидс Юнайтед, Лестер Сити, Ницца. Шмейхель. Вратарь? Да. Каспер Шмейхель? Да. И это правильный ответ. Ой, хорош! Лучше я уже готовил подсказочку, а ты вот прям хорошо вычислил. В шоке. Переходим к следующему игроку. Я не зачитываю клубы аренды, а только кому он принадлежит. Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Шеффилд Юнайтед, Queen's Park Rangers и Манчестер Сити. Ансаган у нас был первым, Есентай вторым, и Дида, судя по всему, третьим. Ансаган, твой ответ? Stones. Stones, и это неправильный ответ. Ансаган, ой, Есентай, прошу прощения, твой ответ? Мой ответ. Да, опять ты нажал и думаешь, да. Похоже. Можно еще раз, у меня просто в голове. Если я зачитаю, то я, получается, Есентай зачитываю, да еще? Да. Ты принимаешь? Принимаю. Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Шеффилд Юнайтед, Куинс Парк Рейнджерс, Манчестер Сити. Точнее, даже если, вот знаете, чтобы вас не путать, я немножко вот затупил, аренду уберем. Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Сити. Вот три клуба, кому принадлежат. Фоден. Фоден. И этот ответ неправильный. Все трое ответили, да? Я не ответил. А, Дидар еще не отвечал. Да, получается, если он сейчас, получается, Манчестер Сити, условно. Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Сити. Тоттенхэм Хотспур, обычно Тоттенхэм. Да, да. Ага. Канцел. Неправильно. Бля, че это Канцел? Ё-моё. Новый круг, Ансаган, без подсказки сразу залетаешь. Дэмпси? Неправильный ответ. Грилиш. Грилиш, неправильный ответ. И круг замыкаем, потом подсказываем. Я, получается, да, сейчас должен сказать. Также была аренда, уже всем скажу, Нортгемптон Таун, Шеффилд, Куинс Парк Рейнджерс и Астон Вилла, он там играл в аренде. Еще подсказочка, в Шеффилде, в КПРе и в Астон Вилле он играл тогда, когда принадлежал. Да, да, да.
Мне, брат, честно, давай подсказку. Да. Нет ответа, да. Итак, кто после подсказки, первый сразу. Этот игрок является защитником. Причем топовым. И вы его знаете. Он сейчас является топовым защитником. Ну, в принципе, да. Не скажу, что лучше, но топовый защитник. Долгое время он играл. Давайте, последняя подсказка. Ты нажал, да? Нет, последняя. Последняя подсказка, и кто первый нажимает. Готовы? Угу. Этот игрок долгое время являлся, может быть, даже сейчас является основным защитником сборной Англии. Уолкер. И это правильный ответ, Кайл Уолкер. И Синтай дает правильный ответ. Ё-моё. Санга, иди дам. Кайл Уолкер. Жёлтко дэз, вот рожене. Фук-фук. Бери мисто. Жёлтко дэз. Солон. Тыркай. Уолкер, Уолкер. Переходим к следующему игроку. Готовы? Давай. Тут уже мозги чуть по-другому напрягаются, да? Да, все. Итак, погнали. Перечисляю, перечисляю клубы. Мец, Генк, Наполи, Челси. Наполи, Челси. Кулибали. Синтай был первый. И Кулибали. Кулиду Кулибали? Да. Ты уверен? Кулибали? Да. И это правильный ответ? Да, да. Кулибали. Ты зарабатываешь 5 баллов. Да. Калиду Кулибали. Да. Калиду, блин, Кулибали. Угоручи. Вот так вот, да. Получается. В баню идешь, так дрова ложишь. Кулибали. Кулибали. Переходим к следующему игроку. Готовы? Давайте, чтобы было интереснее, я добавлю клубы, где он играл в аренде. Думаю, так привлекательно. Это моя собственная инициатива. Динамо Загреб, Зринский, Интер Запрешич, Тоттенхэм Хотспур, Реал Мадрид. Ансаран у нас был первый. Модрич. И Модрич, правильный ответ, зарабатывает 5 баллов. Ансаран. Хорош! Ё-мо, это вообще минки мисс футбол. Подсказочка еще такая. Это последний игрок из этой рубрики, поэтому ваш шанс заработать 5 баллов перед финальным раундом. Итак, перечисляю клубы, где играл этот игрок. Пасуш де Феррейра, Атлетико Мадрид, Порту, Вулверхэмптон, Вулверхэмптон, Ливерпуль. Вулверхэмптон? Да, сначала он был в аренде в Вулверхэмптоне, потом его купил Вулверхэмптон, затем Ливерпуль. И в данный момент он на контракте с этим Жота. Твой ответ? Ливерпуль. А первый Есентай был? Первый Есентай был? Второе. Да. И правильный ответ это Диего Жота. Хорошо. Ансаран зарабатывает 5 баллов. Давайте поаплодируем нашим участникам за все пройденные этапы. Ну что ж, дорогие зрители, по итогам трех раундов у нас выявились фавориты и аутсайдеры, которые заработали определенные баллы. И эти баллы помогут им, собственно, финале. Итак, зачитываем уже не промежуточные, а окончательные результаты нашей сегодняшней игры. 11,9 баллов зарабатывает у нас Дидар. Давайте похлопаем. 19,1 балла зарабатывает у нас Есентай. Тоже похлопаем. И Ансаран у нас зарабатывает баллов столько же, сколько у него белых зубов. А это 32. Аплодируем Ансарану. 24. 28 у меня. У тебя 28? 28. 24. Итак, пацы, поздравляю вас. Как вам? Понравилось на вопрос? Очень круто. Вот, теперь я хочу вам рассказать про финал. Кто помнит, когда-то раньше такое шоу было? Большие гонки, помните, в детстве? Да. Аутсайдеры где выигрывали? Да, да. Ну там, неважно. В общем, все ваши заработанные баллы, это они умножаются на 4. И эта цифра, это количество секунд, которое дается вам на последнее задание. Давай. Да. То есть, соответственно, давай мы умножаем, да? 76,5 секунд, а Есентай, у тебя есть. Ага. Вот. Дидар, у тебя 47,5 секунд есть. А, пока еще не пользуемся, потому что вы не знаете свой ответ. Вот, точнее, вопрос. И Ансаран 32 умножаешь на 4, у тебя на... Ну, 2 минуты, да? Все, теперь, пацаны, уберите телефоны на стойке все. Да. И чтобы вы приступили одновременно, чтобы честно было, я вам зачитаю задание, и когда я скажу «начинаем», тогда вот уже, собственно, стартуете, и вы поняли, да, вот на каждого из вас разное количество секунд, и как вы успеете, можете уже победить. В общем, смотрите, вы должны написать за свое положенное время определенные вещи, и там есть три критерия – что-то, что-то и что-то. Я вам сейчас сразу в начале условия скажу, что все... Каждый вот это написанный ваш компонент, это и есть заработанный 1 балл. Вот. Теперь зачитываю задание. Не стартуем, пока я не скажу, начали. Хорошо? У каждого будет, у всех одинаковое. У всех одинаковое задание, но тут уже как вы вспомните. Итак, вам нужно сейчас за положенное время назвать тренеров,
победителей чемпионата Европы и чемпионата мира. Есть три компонента. Тренер, сборная, с которой он выиграл какой-то турнир, и год. Неважно, это чемпионат мира, может быть, это чемпионат Европы. Соответственно, если вы все три параметра написали, вы 3 балла. Если написали только тренера и сборную, это 2 балла. Типа, или там, тренера и год. То есть, тренер, сборная, футболист? Нет, тренер, сборная и год, который они выиграли. Все. Вы поняли, да? Сборную и год можно, да? Можно. Можно тренера и год, как вам комфортно. В общем, есть три параметра. Чемпионат мира и чемпионат Европы. Да, тоже уточнять чемпионат мира и чемпионат Европы, думаю, не обязательно, потому что мы можем это легко проверить, в тот год была ли победа этой сборной. Итак, готовы наши участники? Секундомер на старте. На счет раз, два, три начинаем. Раз, два, три. Поехали! Суперфинал. И здесь у нас такие часики. Как вам выпуск? Напишите в комментариях. Такие лайки ставьте. Подглядывать можно или нельзя, я не говорил, поэтому участники, будьте осторожны, потому что за вами палят другие ваши конкуренты. Дидар, стоп, кладем телефон. Телефон кладем на стойку, пожалуйста. Я ничего не успел, прикинь, я затупил, блин. Ладно, я проиграл. Дидар, 10 секунд. Я хочу хавать, типа, не мириться с ним. Аня, подпись. Я не знаю, блин. Я вообще тупой, по-моему. Я играю классно, я Андрей. А, все. Десентай, клади. Все, я просто, я написал, могу я проверить? Нет, все, клади на стойку, все. Просто клади телефон. Десентай, просто клади телефон. Этот парень строчит там. Конечно, нет, тут просто на балах. Умножается на 4, да, еще? Нет, умножается на 4, это баллы ваши. Это количество секунд. А, все, хорошо, да, нормально. Ну там же, что нового, пацаны? Ансаран, 10 секунд. Мам, наконец, Ансаран себе 1 секунд. Ансаран был. Да? Я думал, ты вообще, по идее, мощь Ансаран. Хорош, да? Хорошо. И стоп. Все, клади телефон. Давай, Дида, мы начнем с тебя. Нет, если так, не надо. Не надо, убери руки. Нет. Все. Смотри, короче, 22-й год. А, ну, вот этот чемпионат мира, который, ну, Аргентина написал. Аргентина 22-й, это 2 балла. А, все. А тренер? Тренера не знаю, честно. В колонии. Ну. Не, брат! Да. Нет, он, это не да. 2021 год. Франция. Ой, 2020 год. 20 год. Франция и 2018 год Франция. 20-й Франция это евро? Да. Но там не Франция, Франция. Там не Франция. Италия. 20-й Италия. О, сонда, хаты же сунули. А последний что написал? 18-й Франция. 18-й Франция. 4 балла зарабатывает. Дидар, потому что угадал, 18-й Франция и 22-й. 18-й год Франция, тренер Дешам. 3. Аргентина, 22-й год Скалони. А Скалони написано у него, Дидар? Не, он это, только что написал. Не, он не, я видел, нормально. Еще 3, 6. Ема, и 14-й год Испания. 14-й год Испания. Германия. Блин, пойди, Германия написал, тупанул жестко, тупанул. Все, 6 баллов, да? Больше? И тренер Гаррет, Англия, 2019 год. Кто тренер? Гаррет. Он еще так в кипиш резко лучше, чтобы не заметили. Гаррет. Гаррет Бэйл. Гаррет. Итак, 6 баллов зарабатывал нас Исентай. Прикольно. Мы переходим к Ансарану, у которого было больше всего секунд на ответ. Давай. Ну, честно. 2008 Евро Испания. А ты зарабатываешь 2 балла, это правильный ответ, но не Луческо был тренер. Серьезно? Да, и в 2008 году на Евро в Испании был тренер Луис Арагонес. Ладно, 10-й Луческо, Испания. Испания 10-й тоже правильно чемпионат мира, Луческо? Но тренер был не Луческо, а Дель Боско. Луческо, Дель Боско же? Нет, Висенте Дель Боско. Ебать, ладно, 12. А Луческо это Мирча Луческо. По 2, да, когда? У тебя тогда 4 балла. 4 балла, да. 12-й Евро Испания. Тоже был Дель Боски, но Евро и Испания, правильно? 6. 18-й Дешам, Франция. Правильно, 3 балла, получается 9. 14-й Лев, Германия. Плюс 3, 12.
16-я Португалия. 2 балла, да. Это 18 баллов. Да, 2004 Греция, евро. 20 баллов. Привет, привет. Санту Шаверу. Я не вспомнил, короче, не вспомнил. Дальше. 2006 Италия. Да. 98-й. 98-й Франция. Плюс 2. 22-й Аргентина. Плюс 2. 2002-й Бразилия. Да. 1958 Уругвай. Первый чемпионат. 1976 Бразилия. 58-й. Нет, 58-й Уругвай, неправильно. Серьезно? 58-й выиграла Бразилия. Ты думаешь, что скипиши хотела бы? А серьезно? А Уругвай 4-м, что ли? 76-й? Бразилия. Бразилия? Он нет, потому что в 76-м году не было чемпионата. В 78-м, да? В 78-м. Тренер Зиеш. Аргентина выиграла. А в 4-м? А в 74-м ФРГ. Ебай, вообще не угадал. Не, ну в любом случае, по итогам сегодняшней игры, без шансов, с огромным побеждает Ансаган. И аплодисменты этому молодому. Поздравляем. Ну что ж, на этом закончился третий и последний полуфинал второго сезона футбольного интеллекта на канале Ногомяч. Хочется выразить благодарность сегодняшним участникам, не просто интересным людям, но также сокомандникам SD Family. Пацаны, спасибо, что сегодня пришли. Надеюсь, всегда, вам все понравилось, кайфанули. Куке. И Ансаган вот так вот решил распределить деньги между собой и Синтаем. Они дальше еще разделили. Диди, они дали всего штуку. Видимо, Дидар с ними в СД, также они с ними. Нет, я потом выйду и эту штуку им дам. Там. Все. Спасибо, что пришли. Наши дорогие зрители, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите в комментариях, кто вам понравился сегодня больше всего. И встретимся в финале, друзья, где между собой сразятся сильнейшие победители наших полуфиналов. Это Ансаган, это Наурызбек и это Аблайхан Камаладин. Всем спасибо, друзья. До новых встреч. Пока.